Граждане недовольны политической ситуацией в Молдове. Некоторые выступают за назначение правительства, другие – за организацию досрочных парламентских выборов. Таковы данные последнего опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов. Согласно исследованию, около 42% жителей страны ратуют за утверждение Кабмина с полным масштабом полномочий. Чуть более 38,5% хотят организации до выборов. На вопрос, кто бы лучше справился с должностью премьера, около трети респондентов ответили, что Андрей Настасья. Немногим более четверти предпочли Мариану Дурлиштяну. 15,5% выбрали Наталью Гаврилицу. На 8% меньше Рената Усатова. Попал в список и лидер коммунистов Владимир Воронин. В то же время, если бы в ближайшие выходные прошли досрочные выборы, в парламент попали бы 3 партии. Около четверти опрошенных отдали предпочтение ПДС. За партию социалистов проголосовал бы 21,5% респондентов. Преодолело бы избирательный порог и формирование ШОРа. Оно набрало почти 6,5%. А вот наша партия не добрала 0,1% до необходимых 5. За бортом оказались бы и платформа «Да» и коммунисты. У них чуть более 2,5% голосов. Меньше всего набрали демократы – 1,6%. Опрос проводили с 12 по 20 февраля. В нем приняли участие более 1990 человек. Погрешность – плюс-минус 3%. И представленный опрос барометра общественного мнения показывает, что если бы в ближайшее воскресенье состоялись досрочные выборы, в парламент прошли бы 3 формирования. ПДС, которое набрало почти треть голосов респондентов, ПСРМ, которую поддержали чуть более 16% опрошенных, и партия ШОРа. Ей предпочтение отдали почти 5,5% участников исследования. В этом опросе приняли участие 1108 граждан. Его провели с 28 января по 14 февраля.